После сотен неудачных экспериментов появилась модель 348 — Зинкс. Используя ману, Зинкс повышает свою живучесть и наносит противникам длительный урон. Ее карты — мана и стойкость. Кошачий коготь усиливает основные атаки, добавляя к ним длительный урон. Успешно проводя основные атаки, эта кошечка способна оставить несколько царапин. И если одна царапина не смертельна, несколько таких меток быстро доконают противника. Оглушающий рикошет — уникальная способность. Зинкс выпускает заряд энергии. Он оглушает первую цель и рикошетит в цель неподалеку. Каждое последующее оглушение длится дольше предыдущего. Число рикошетов зависит от уровня способности. Горькое лекарство. Зинкс создает волну энергии, которая наносит длительный урон всем задетым ею врагам. Чем дольше заряжается способность, тем дальше идет волна. Это главный инструмент Зинкс для зачистки миньонов. Оставаясь в области действия, противник получает дополнительный урон. Абсолютная способность Зинкс «Злой доктор» имеет активный и пассивные эффекты. Активный. Зинкс моментально исцеляется на 50% от получаемого урона за счет маны. Пассивный. Ускоряет восстановление маны в зависимости от ее недостающего запаса. Злой доктор может сделать Зинкс невероятно живучей. Пока у нее есть мана, она способна получать тонны урона. Зинкс нужна мана как для атаки, так и для защиты. Вы должны найти золотую середину между исцелением, применением способностей и использованием пассивного эффекта. Будете часто применять способности, не хватит маны на исцеление. Заиграетесь с исцелением, у вас не останется маны на активацию способностей. Соблюдайте баланс, чтобы уничтожать врагов с хирургической точностью. И по традиции небольшой совет. Не забывайте следить за маной, от нее зависит ваша жизнь. Впивайтесь когтями в противника вместе с Зинкс.